Общественные советы – это помощники власти в решении проблем граждан. Об этом на семинаре совещания для муниципальных властей и общественных лидеров заявил глава КОМИ. Владимир Уйба отметил, Общественная палата республики и муниципальные общественные советы играют большую роль в улучшении качества жизни наших граждан. Ведь именно они, будучи на местах, наиболее остро видят проблемы, которые волнуют людей. Важно не только знать о нуждах жителей, но и владеть инструментами, с помощью которых можно им помочь. Это касается и мер поддержки, и знания действующего законодательства. А еще важно, чтобы муниципальные власти и общественники работали в тесной связке. Каждый из вас, имея своих на местах руководителей сельских поселений, чувствует напряжение в том или ином доме напрямую. Потому что я-то через телефон, через обращение, а вы это... И сегодня это работа всех абсолютно уровней, ваших уровней, общественные советы, депутаты, руководители муниципалитетов и все службы муниципалитетов. Эта задача сегодня очень важная – не допустить цепной реакции, отловить вот эти очаги боли, очаги проблемы на месте, начать их точечно решать. И в этом абсолютно все, и я, и правительство вам помогаем и помогать будем, потому что это сегодня задача, сверхзадача. Как отметил глава КОМИ, сегодня президент дал инструменты для поддержки тех, кому эта помощь требуется. Задача – доносить их ежедневно как можно большему количеству людей. Будь то многодетные, малообеспеченные или инвалиды. Каждый должен знать о мерах поддержки, на которые может рассчитывать. Напомним, общественные советы сформированы во всех 20 муниципалитетах КОМИ. В 14 из них в состав включены советники глав городов и районов по делам инвалидов. В 12 – руководители общественных приемных главы республики.